Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители. Сегодня я бы хотел вам рассказать о такой игре, которая называется Shadow Fight 2. В первую часть я не играл, поэтому для меня это как бы новая игра. Она собой представляет драку. В чем вообще ее, как вообще, какое вообще у нее управление? Давайте я вам покажу. Вы используете планшет, там телефон. Вот этим вы управляете. То есть вы можете, видите, прыгать, сближаться. Назад. При драке нажимаете назад от соперника, вы ставите блок. Можете прыгать. Это основные движения. Это вы, например, левым пальцем управляете. Дальше. С правой стороны вы видите изображение кулака и изображение ноги. То есть вы нажимаете руку, он у вас ударяет. Нажимаете ногу, он у вас ударяет. Вблизи движения маленько другие, видите, вблизи. Если, например, отойду, вот смотрите, вот. Также, если вы нажимаете вперед и кнопку руки, движение совсем другое. Вы там сами разберетесь, вы посмотрите. Вот. А далее в данной игре, давайте зайдем, ну, настройки тут, в принципе, ничего такого интересного нету. А в данной игре вы можете зарабатывать, ну, это, не знаю, монетки, не знаю, как. Вот, вы можете их зарабатывать и с помощью них покупать различные виды оружия, одежду. Давайте зайдем, посмотрим. Вот, допустим, вы можете купить себе, вот у меня уже куплено, я не знаю, knives, ножи, видите, повышает мою атаку на 10. Вы можете также покупать всякие саи, ну, различные виды оружия. Откроем вам секретик, то, что вот это оружие, вот видите, вот этот значок, вы не сможете его купить бесплатно, вы не сможете заработать, вам надо, придется тратить реальные деньги на это, тут как бы без доната она непроходима, я считаю. А дальше, видите, оружие, одежда, да, вот вы можете покупать шлемы, защищают вас, но это как-то позже придет, это позже придет. Вот, а вот эти монетки, да, которые, ну, это монетки, алмазики, вы, для того, чтобы купить более крутое совершенно оружие, вы должны потратить реальные деньги, видите, 99 рублей, 300 рублей, то есть без доната тяжело, конечно. Ну, да, я даже без доната в нее поиграл, мне она понравилась. Так, давайте смотрим дальше, что тут есть у него. Так, это нет. А дальше вы можете... Давайте выйдем на саму карту. На саму карту. А вот сама карта, она себя представляет. Вы можете участвовать в турнирах. Тут изображено количество людей, да, вот вы пройдете, тут галочка, 24 человека. Показан уровень сложности. Изи и сколько вам дадут за нее денег. Соперники разные. Чем дальше проходит, очень тяжело, поэтому без доната тяжело играть. Там невозможно, в принципе, они у них вот такое. Также вы можете проходить другую, как бы, дайте видеть, какие-то охрана какая-то. Тоже, если вы пройдете, вы заработаете 250 очков. Вот там. Давайте я запущу один из боев, чтобы вы примерно поняли, что из себя игра представляет. Нажимаем. Вот ваш соперник. Монки, обезьяна, а вы как бы тень. Первый раунд состоит из двух раундов. Вот сверху изображены, сколько у вас энергии. Время идет. И вы прыгаете, бегаете. Музыка достаточно тоже прикольная. И махаете своим оружием. Ногами, руками. Вас прессит. Ставьте, не забывайте ставить блок, подпрыгивайте. Вот. Игра интересная, но до тех пор, пока вы не доходите до серьезных соперников, которые вас просто выносят. Очень тяжело, потому что у них там супер оружие стоит, да, которое надо обязательно. Чтобы их победить, надо это оружие купить, да, там защищаться. Но это слишком тяжело. Я пытался ее пройти. Но игра интересная. Я думаю, вам она понравится, потому что все-таки. Ну, это драка, если вы в файтинге играете на каких-то консолях или где-то, она вам понравится. Вот. А тут же также вот снизу под энергией, под живыми жизнями типа датчика, чем больше вы прессите соперника, да, безостановочно, у вас типа как бы комбо возникает, и тем больше вы дэмэдж наносите. Вот, игра появилась сравнительно недавно. Момент один, в России она недоступна, она, то есть, в другой стране доступна. Ну, вы как можете, или при регистрации аккаунта в Play Google страну другую выбрать, или попробовать скачать с постороннего ресурса. Я вам ссылку дам, откуда я ее скачал. Ну, вам решать.
играть не играть. Ее сейчас скачали больше 10 тысяч раз, игра недавно появилась. Средняя оценка 4.3. Советую поиграть, мне понравилось. Вот. Она тем более бесплатная, как я понимаю. Ну все, вроде все. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и вступайте в группу ВКонтакте. До скорых встреч, пока!